Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военная конфронтация противоречит интересам как Китая, так и США. Об этом госсекретарь США заявил в интервью телеканалу CBS. «Я думаю, что военная конфронтация глубоко противоречит интересам как Китая, так и Соединенных Штатов. Не просто достичь этой точки, но даже двигаться в этом направлении», — заявил госсекретарь. Он отметил, что Китай — страна, которая располагает военным, экономическим и дипломатическим потенциалом, чтобы бросить вызов порядку, который США активно поддерживают и защищают. Блинкен добавил, что цель США — не сдерживать Китай, а поддерживать установленный порядок, которому КНР намерена бросить вызов. «Я думаю, что в течение последних нескольких лет мы могли наблюдать, что Китай стал вести более репрессивную политику внутри страны, а его внешняя политика стала более агрессивной. Это факт», — отметил госсекретарь. В ходе интервью также была затронута тема нарушений прав человека со стороны КНР. По словам Блинкена, США считают действия китайских властей в Синьцзяне-Уйгурском автономном районе Китая геноцидом уйгуров.